Хомяк, с вами жирный хомяк. И с вами Захар Ич. И Алексоник, вон мы продолжаем в эту игру играть. Это уже... Набираем 6-7 лайков, выходит новое видео. Потому что мы очень сильно пугаемся и страшно нам. Вот тут мы были. Вот я с Артемом играл, мы вот тут были. Но я смотрел серию. Подожди, здесь джойстик надо убрать. Извините, когда мы пугались, мы матерились. Так что можете просто смотреть наши открытые лица. Ой, а я 180 градусов здесь. Извините за мат, конечно. Ну, я же перепугался. Тут что-то упало. Япона. Шишки. А ты замедлишь, когда я испугаюсь? Да, испугаюсь. Я сам... Куда ты? Пианино. Или что ты? Рояль. Рояль. Ах ты, не рояль напугал. У меня уже очко зажмалось. Тихо, тихо. Посмотри, что с окнами. А что там? Видишь? Сними. Ой, дождь идет. Мне бы у меня челлендж хотя бы ни один раз не испугаться. Опа. Creators block. What the fuck? Что это? Творческий кризис. Кризис. Или кризис. Надо тут искать нычки, как в Майнкрафте. Нет, как в Майнкрафте из ГО надо искать. Ну да, наверное. А прикинь, ты только откроешь дверь и там сейчас... А, нет. А как пройти дальше? Неужели нам еще раз смотреть? Мы, походу, сломали игру. Нет, не сломали, так и должно быть. А если приседать можно? Нет. Е нажать что? А где дверь? Куда дверь? А вот чего? Кто-то пернул, она жирная стала. Давай ты поиграешь. Я тоже. Бери колени со стола. Я слышу, как я танцую вальс. Здорово! Под бузом. Ой. Я думаю, хата. Алахбар. Япона. Мы уже такое чувство, как сейчас игру пройдем. Со скримерами. Тихо. Вот тут может что-то есть. Сюда. А попробуй выключи свет. М9. А, это либо этот. Вот какой-то потом будет. Ну да, надо запомнить. 9 запомнить. 9. Тут тоже ничего. Агент 09. Выключи свет. Помнишь, вот тут дверь была? Да. Поставил ступа. Аллах Аббас. До одного скримера каждый. Что это было со дверью? Это пол дебил провалил. Это дверь сломалась. Кто ее выбил-то? Вот так надо зажать надо и вот так провести. Ой, бля. Открой! Сори за мат. Сейчас такой БА! Давай, хватит орать. Слова! Куда мне идти? У меня очко сжимается. А у кого оно не сжим? Давай ты дальше. Вот это вот я точно испугался, как дверь выбили. Начальники. Когда домогаются. Когда за свет не заплатил. Или когда ты задолжал в долг. Давай посчитаемся там. Сидел петух на лавочке. Вот это страшнее. Тут хотя бы свет есть. Это закрыто. Нет. Табуретка. Болваны.
Ой-ой. Не вижу. Сейчас. Давай ты играй. Не-не-не-не-не. Я не хочу. Вот правда, вот если бы сейчас был Артём, он так хотел поиграть, вот сейчас бы я ему дал бы поиграть. Даже такого дома не знаю. Вон, видишь, запомнил? Ключ вот тут. Вот тут, надо осмотреться, запомнить ключ вот эту. Запомнил. Да. Здорово всем! Ку-ку. А, нет. А, это, видимо, ключ надо взять и тут дверь. Все телепортируется. А теперь назад посмотри, и двери не будет. Все, я закрыт. Все, я иду закрыто. Здорово. Ну, кого-то нашел? Нет. Ключка. А как достать тут ключ-то? А! Лестница, может, передвигается как-то. Я вообще догадливый. Просто это за звук. Алекс, ты это слышишь? Да. Че так мышка теперь повода? Так там еще шестеренки. Давай ты! Да я не хочу. Я тоже не хочу. Так надо. Надо. Не. Надо! Я потом в конце, я в конце. Под конец. Под конец сейчас уже пойдет через 4 минуты. Ага. Ушам больно. А! Ладно. Ну больно ушам. Сейчас кровь из ушей польется. Надо быстрее идти. А это правда больно. Кто сейчас? Тихо! Ёбаный. Извините. Кто сейчас смотрит видео, сделайте звук потише. Ай! Мне уже сейчас уши... Мы кругами ходим. Там кто-то говорит. Давайте звонок, звоните. Нет, ладно, пойдем дальше. Так это звонок так звонит. Пипец, опять мы это. Может, тут что-то должно быть. О, записка. Ты дашь записку. Да, по-английски все, мне так и читать. Ай, больно. Заткнул туда потише. Сейчас опять он сюда прилетит, давай. Так, нажми как-нибудь на него. Нет, а может колесико покрутить, типа? Нет, тут бы нажал... На И, может. Может, надо в другую сторону, как бы? О. Хотя в другое. Звонок в другой сторону. Да, я же тебе говорил. Hello, так meets my friend. Опять? Короче, покупатели нашего торта, ладно, подписчики мои, короче, мы сейчас, наверное, сейчас это постановим, если мы еще раз пройдем. Да вы бесите. Да ты заткни свой звонок, дебильный. Я назад иду, я не знаю куда. Чего? Так вот, вправо. Этот. Я правильно сделал, что назад надо. Не-не-не-не. Ты говорил под конец. Не-не-не. Уже сейчас под конец будет серии, давай. Не закрывайся. Хорошо? Да ну я сейчас. Извините. Играй. Играй. Все, я теперь. Давай, я не буду один. Я теперь буду на улице. Алекс, не иди туда. Ну что ж, дорогие друзья, больше мы в этой... Короче, набираем
6 или 7 лайков, а то я больше выпускать видео это не буду. Я больше снимать не буду. Всем пока. Нет, подожди, надо зайти в комнату. О, да? Да, и на этом закончим. Дверь не закрывается. А, может, назад надо? А если она не открывается? А Тём как будто бы не испугался. Ты бы испугался? А чё? Ох, ремонтники. А подай... Что за фигня? What the fuck? Это я так голову на тебя, а у меня ног нету. Я понял. А, может, вот это подобрать? Вау. Прикольно. Крыса. Это, а я помню, у нас в кухне крыса была. Ну, не в том смысле, что у нас в реальной жизни. Вон там, когда мы в прошлой серии готовили, или поза, ну, в первой серии, наверное. Да, в первой. Так. Надо решить. Ага, не может, сюда. Может, тебе как-то перевернуться, типа, надо на... Ну, да. Слава богу, мы уже тут задержались. Может, тут что-то? О, слышь, видел? Болезненные воспоминания. А? Да. Может, за рычаг вот этот дернуть, Алис? Это не рычаг. Не, ну знаешь, типа, как в фильмах такие за рычаги дергаешь. А... Так, может, что-то еще? Найти можно. А, вот, может. Да, я уже гадал. А как туда до... Здесь ничего нет. Да. Капец, я пересрал. Урал. Фигал. О. Ну что ж, дорогие друзья, все-таки на 7 лайков потянет только. Все. Ну что ж, дорогие друзья, над этим видеоролик подошел к концу. Спасибо, что смотрели. С вами был Алексоник. Кстати, запикивания будут. Запикивания будут. Да? Да. Потому что мы матерились неоднократно. С вами был Захар и Алексоник. Всем пока. Пока.